шучу. Ребят, всем добрый день. Сегодня у нас смена свечей на выезде, потому что, смотрите, почему. Свечки были поменены меньше 10 тысяч километров, и у них просто выгорели искровые электроды. Вот сейчас новую достаю, да? Смотрите, на ней есть электрод, где он? Вот он, искровой электрод есть. Здесь его просто нету. То есть свечи даже 10 тысяч не вышли. Вот конкретно вот эта вот свеча с третьего цилиндра, видите, ее прошивало, то есть из-за этого выходила ошибка, что пропуски зажигания. Все свечки сгорели вот так одинаково, но на третьем цилиндре были прострелы. Это вот китайские свечки. С AliExpress выписанные, стоят дешево, но и не работают наглухо. Вот сейчас эти вкручиваем, последний комплект, и будем переходить на оригинальные за 5000 комплект. Вот так вот, ребята, горят на дешевых свечках свечки и горят катушки заодно. Всем спасибо за просмотр, всего доброго, до свидания. Не покупайте.